Инвестиционный климат в республике обсудили сегодня на круглом столе в Центре развития предпринимательства. Совещание прошло по инициативе профильной комиссии Общественной палаты Северной Осетии. Участие в нем приняли представители государственных структур и бизнеса. Госполитика в сфере поддержки предпринимательства направлена на снижение безработицы и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Главы разных ведомств рассказали о проделанной работе и предложили свои планы развития. Пришли к выводу, что районы должны быть вовлечены в инвестиционную деятельность и предоставлять свои проекты. Кроме того, нужно привлекать больше частных инвесторов, так как государственного финансирования недостаточно. В профильном министерстве отмечают, сегодня важна не сумма вложенных денег, а количество инвесторов. Это обусловлено желанием получить некий мультипликативный эффект от прихода инвесторов сюда. Поэтому я считаю, что сейчас, на данном этапе, мы находимся в той ситуации, когда для нас количество инвесторов – показатель более важный, чем общая сумма инвестиций. Потому что один крупный инвестор будет единичным случаем. 10 средних инвесторов или там 25 или 50 средних и мелких инвесторов создадут определенную тенденцию. Нам сейчас нужна тенденция. В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России Северная Осетия заняла 77-е место. Несмотря на определенные успехи, условия не в полной мере соответствуют требованиям динамичного экономического роста и нуждаются в улучшении. Комиссия Общественной палаты рекомендовала правительству и органам местного самоуправления несколько вариантов для увеличения инвестиционной привлекательности республики. Ирина Дзабаева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.